Планктон, ты превзошел себя. Благодарю, мой работодатель. Тост за повара Планктона, который одарил нас... пищевым отравлением! Да как ты смеешь? С моей едой все в порядке. Видишь? Крейг решил, что достиг всех вершин, но затем он заметил вершину повыше, когда в лагере Корал объявили о первом конкурсе по поеданию хот-догов. У меня завалялись хот-доги из словских сухпайков. Вот так и возникла идея конкурса. Крейг сразу начал тренировать живот, чтобы тот вмещал как можно больше еды и чтобы еще место оставалось. Но он не считался фаворитом. Из-за моей врожденной растяжки все прочили победу мне. Публика поровну разделилась на болельщиков Крейга и Губки Боба. Я готов. Ну, это я, конечно, губу раскатал. Но никто не ожидал появления под занавес Патрика Стара. Я опоздал, потому что я сначала подумал, что суть конкурса – кто съест меньше хот-догов. А для меня это слишком сложно. Когда Губка Боб лишился всех хот-догов, Крейг уже было подумал, что победа обеспечена. Но он не принял в расчет небывалую прожорливость Патрика. Ну что ж, время вышло. Ну, хватит! Это же кухня, а не школа клоунов! Ты уволен? Выгнан? Убирайся отсюда! А это что? А, суфле, которое я смастерил. Попробуй. Нет, тон милосердный, превосходно. Губка Боб, ты лопух, но ты гений. Правда? Ну, в очень узком значении, да. Готовь, мальчик, готовь. Готовь, как ветер. Завтрак. Подходите сюда, дети, и попробуйте наши деликатесные деликатесы. Смотрите-ка, работает. Отлично, мистер Планктон. Эта жижа заиграла новыми красками. О, это не жижа, мистер Крабс. Мы используем только самые лучшие ингредиенты. Так, ну и во что мне обойдется эта шикарная еда? Я сказал, накорми их, а не разори меня. Нужна дешевая простая еда для отдыхающих, или ты уволен. Вот такая, мистер Крабс. Все достаточно просто. Мама, папа, какие вкусные бургеры. И на все ингредиенты ушло всего несколько пенсов. Ты сделал начальника лагеря очень счастливым крабом, Губка Боб. Эй, слушайте, детки, у нас есть бургеры. Только их вы будете хотеть, и только их вы будете получать. Всегда! Смотрите, идеальная симметрия этой внутренней структуры. Отличный аромат! Ну и что в них такого вкусного, я не понимаю.
Оте ноти. Чистий вкус. Такий аромат. Я украду твою тайну. Заработаю кучу денег, поступлю в колледж, а потом захвачу весь мир! Мы должны всех предупредить. Дети, слушайте, вам всем грозит опасность. О, нет! Марсиане нашли их! Слушай меня! Вторжение марсиан! Крейг, старина! Марсиане уже! Эй, Перч! Директор Крабс, слава Нептуну! Вы голос разума! Нямки! Дети, без паники! Будем держаться вместе, и мы остановим вторжение! Клоны марсиан! Хватит бегать, Перч! Сейчас мы покажем марсианам! Эй! Моя нога! А мы справились! Мы герои! Чикс, новости лагеря Корал. Мы хотим задать Перчу и Харви горячий вопрос. Зачем мы разбили пиньяты? О, да! Сегодня день пиньяты. Я думал, что он завтра. Марсиане! День пиньяты? Ну ладно, детки, собирайте сладости. Это ужасно. Внимание! Просим подойти к озеру Грязебяк на развлекательную переправу. Мерзкие грязные детишки. О, компьютерный помощник! Я дома! Привет, мистер Планктон! Как прошел день? Подавал грязь грязным детишкам. Как успехи у моего краба-клона? Пока никак. Дай угадаю, Франкенвич тоже потерпел фиаско. Я бы не сказала. Правда? Это не фиаско, а грандиозное фиаско. Ладно, неважно. У меня еще остался мой автомат неадекват. Мой автомат неадекват. Что? Давай же, глупое изобретение, работа! Мутирующая кремовая начинка превратит этих глупых детишек в бессмысленных дронов! Сначала я захвачу весь лагерь, потом поступлю в колледж, получу диплом по научному доминированию над миром, а потом захвачу весь мир!
так, ешь, дурачок, ешь! Склонись предо мной, приспешник! Раджи Гиль, мы решили, что хотим блинчики, а не это. Сию минуту, мадам. О! Градусы ниже. Это просто недопустимо. Реджигель, все, ты уволен. И повесь объявление. Требуется дворецкий. Хорошо, мадам. О, как же так? Счастливы, если ты отужинаешь с нами. Садись-ка на стол, предназначенный для почетных гостей. Мы приготовили нечто такое, что ты точно оценишь по достоинству. Нет! Я знала! Да вы просто чудовище! Правда? Спрятаться за шторами было нашей идеей! Чтобы как-то отметить знакомство, кошмарики решили удивить тебя блюдами, приготовленными в твою честь. Орехи разных видов и швейцарский сыр, тонко нарезанный. Торт из желудей в виде звезды в честь твоей родины и твоего любимого штата Техаса. Я сама нарезала сыр. Я его подъедал в процессе. Поверь в чудо, Сэнди! Это здорово! Ну, Сэнди, что скажешь? Должна признаться, сначала я вас очень боялась, но вы оказались такими классными, а я думала, что вы хотите нами поужинать. Теперь мне ясно, вы и за миллион долларов этого не сделали бы. Нет, за миллион долларов, пожалуй, что нет. Ух ты, ням! Пошел прочь! Это блюдо не для тебя. Они съедобны. Что? Да навернись ко мне сейчас же, ты, наглый клерчик! Что за... Огород миссис Пафф. Со свежими овощами с моего огорода сегодняшний пикник будет просто идеален. Все выращено с любовью, без вредных химикатов и никаких... улиток!
Повороты на пикник. Повороты. Гарри, мой любимый лесной слизень, мы не виделись с прошлого лета. Иди сюда, дружище. Миссис Пафф. Ты не видел здесь никаких отвратительных улиток? Отвратительных? Нет, не видел. О, правда? А как называется это? Это называется Патрик. Ладно, смотрите в оба. Когда я найду этого поедателя чужих огородов, я его приготовлю! Но прекратили играть едой. Я простоял у раскаленной плиты 90 секунд. Так что закрыли рты и едим. Вот простофили. Мотовство до добра не доводит. Несколько капель старого доброго красителя номер 40. Оп! И синяя жижа на завтрак превращается в лавандовую жижу на обед. А! Ну и кто здесь злой гений? Это ты? Ты, как всегда, прав. Они ненавидят мою жижу, но я единственный повар во всем лагере. Дай 5! Ай! Тост для злого гения. Даже моя ложка противится этому. Нельзя показывать еде свои слабости, Губка Боб. Мы главнее в пищевой цепочке. Надо показать ей, кто здесь босс. Неужто мы такие уж разные? По крайней мере, я голоднее. Знаете, будь мы в Техасе, за такие харчи там бы попросту закидали подковами. Что угодно отдала бы за что-то съедобное. Ага! Эй, этот волшебный пень сказал, что знает, где мы можем найти вкусную еду! Ай да, по коням, ковбои! Чего же мы ждем-то? Здорово, ребятки! Добро пожаловать в мой новый ресторан! Он называется «Маковая росинка». Надеюсь, вы готовы заполнить мешочки. Прошу. Все так заманчиво, правда? Все написано на тарабарщине. Что-нибудь посоветуешь, Ноби? Хорошо, беру все 3. Лицо друга оближешь. Мои комплименты шафу. Пойдем, ребята, расскажем всем об этом заведении. Приходите еще, слышите?
прочь, мы закрыты. Эй, мистер Планктон, мы не поужинали. Вот горчица. И пошли отсюда. Карен, слетаю, куплю еды на вынос. А что не так с едой в столовой? Ты издеваешься? Она отвратительна. У меня есть идея! Проберемся на кухню и поищем еду! Но разве это не запрещено? О, ты бедная наивная губка! Правила неправильные, когда начинают говорить желудок! Заперто! У меня значок за проникновение со взломом. Ты что-нибудь нашел? Нет, только банку из-под водорослей. Как странно, я находил ее пустой. Должны же тут где-то быть закуски. Подземная кухня. Фу, да тут еще больше кухни. Привет, мистер Крабс, как дела? Ты прелесть! Узнать бы, где Планктон держит нормальную еду! Приветствую, юные туристы! Я могу помочь вам найти еду! Губка Боб, в этом ролике привидение! Привидений не бывает, Патрик! Это просто волшебный ролик! Вот! Ух ты! Это похоже на съедобную еду! Нет! Ну почему я всегда терплю отказы? Вот как делает мистер Планктон. Ребята? Спасибо тебе, волшебный ролик! Может, стоило рассказать им о побочных эффектах? Мы страшные, ужасные! Да! Мы монстры! Мы монстры! Мы монстры! Вы не могли бы потише? Я пытаюсь поспать! Что за... Ясно. Это просто кошмар. Инструктор, пошли вон. Мы не воры. Мы конфеты просто одолжили, чтобы сделать новую баночку. Конфи-чудо! Конфи-чудо? Конфи-чудо! То, что надо, лучше шоколада. Что скажешь? У меня во рту конфи-чудо! Конфи-чудо на всех ребят! А знаешь, что я тебе скажу, Нарлин? Ты мне понравилась! А я тоже тебя полюбила, Сэнди! И особенно полюбила твой хвост! Он у меня очень давно! Аплодисменты, Нарлин, и ее конфи-чудо! Лучшие сладости в мире! Ура! Детишки, познакомьтесь с ребятами! Давайте, ребята! А
А теперь наша рубрика «Как там погода наверху?» с высоким Тейлом. Спасибо, Перч, с добрым утром, лагерь. Лучший способ узнать погоду – выйти посмотреть самим. Так что вперед! Похоже, будет солнечно весь день. Ау-у-у! А может быть и дождь с молниями. Директор Крабс из своего магазина, где есть лакомство для каждого ребенка. Ням! Верно, у нас нямки в банках, порционные нямки, нямки в шляпах, сладкие носы и нямские печеньки. Плюс каждой нямке бесплатный червячок. Если вам не нравится, то червячок все съест. Проблема решена! Ваши нямки ждут прямо здесь. А теперь все успокоились, друзья. Лагерь Губка Боб полностью функционирует. Но, кажется, сегодня повара нет. Но, может, я что-нибудь приготовлю? Почему не открывается? Я тебя уничтожу! О, это ты. Я думал, вы все сегодня на экскурсии. О, привет, Планктон. Я объясню. Сначала... Неважно. Давай быстрее разделаемся. Так, все в очередь. Тебе, тебе. Эй, ну нельзя же так. Вы сегодня просто дикие звери, ребят. Какие вы все же страшные, когда голодные. Прости, не всем же быть кинозвездами. Живее! Готово! Теперь отстаньте от меня! Хей-хей! Хороший лосик! Ты уже все съел. Дай ему тоже поесть. Пожалуйста, в лагере Губка Боб нельзя драться. Кумбая, друзья мои. О, нет, уличная драка. А мы даже не на улице. Друзья, прошу вас, но вы же не звери. Ой, стоп, вы же звери. Раки, креветки, что стало с моим прекрасным лагерем Губка Боб? Один за другим приз точно будет моим. Тренирую желудок мой, он непобедим. Вагон хот-догов мне нужен. Крейг снова в строю. Он проходожился до мозга костей и был готов к соревнованию. Что же касается его соперника... Я не собирался поддаваться Крейгу. Это нечестно по отношению к нему. Итак, наступил момент истины. Учел ли Крейг все, что было необходимо учесть после прошлого поражения? Итак, хвостунишки, как только сосиски пробьют 12, у вас будет 10 минут, чтобы съесть как можно больше. 3, 2, 1. Пошли! Понеслась! Чови и Харви тужатся показать класс, но все мы здесь ради поединка действующего чемпиона Патрика Стара и его конкурента Крейга Мамлтона, который явно хочет что-то доказать. Чови и Харви, не имея ни шанса на победу, борются за звание худшего. Настоящие сосисочные войны Патрик и Крейг. Ноздря в ноздрю. Один промах, одна ошибка, и приз потерян.
И вот, когда все уже близилось к развязке, судьба в очередной раз выкинула трюк. Это случилось после того, как повар, закончив готовить последнюю порцию хот-догов, вдруг заметил срок годности на коробке из-под сосисок. Не употреблять в пищу после 28 июля 12 часов 9 минут? Подозрительная точность. О, нет! Это сегодня! Через 3 секунды! Крейг знал, что съев один хот-дог, он станет победителем. Это был полный кошмар. Протухшие хот-доги были повсюду. Стоп, не ешьте их! Я не понимаю, мы же не ели никаких хот-догов. Похоже, Крейг снова проиграл. Ведь правила конкурса гласят: если не можете проглотить хот-доги, будете дисквалифицированы. Дисквалифицированы? Нет. Я думал, они меня засудят. Поэтому я вручил им по призу, чтобы отстали. Стоп, вы же вырежете это, да? Ну что ж, друзья, вы все победители. Или, вернее, протошнители. Бог спорта был в тот день особенно прихотлив. Но как же Крейг отнесся к этому? Золотая сосиска? Давайте есть! Да! Кто победил, того и трофей! Трофей-то есть, но вот какой? Может, не стоит? Налегать на сладкое! Тортя! 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 Тебя обидели! Каннибалы! Мы просто голову потеряли! И еще аппетит! Эй, Патрик, а вы с Тортей пойдете с нами в лагерь? Ну, пойдем. Эй, погоди, Патрик. Похоже, мы оба были эгоистичны. Я знаю, тебе нравилось обладать мной в одиночку, и мне нравилось быть с тобой. Но... Что он там делает с Тортом? Но я был создан, чтобы быть радостно съеденным многими. И хочу, чтобы ты сделал доброе дело. Я прошу поделиться мною со всеми. Но... Лагерь Корал останется с нами. Лагерь Корал останется с нами. Эй, ребят, кто хочет торт? Нет, на спасибо. На он такой грязный и такой сладкий. Я делюсь! Я делаю добро! Я делаю добро! Я
совершенно не эгоист. Эй, парень! Какое счастье, что я тебя отыскал. Фух, ты даже торт сохранил. Я делюсь. Хотите кусочек? Нет, торт был не для тебя. Он для президента. Держи-ка. Вот это для тебя. Ну, будешь меня лапать или что? Сразу видно, что вы не благородных кровей. Я не из черни, я из черники. Я не понял. Настоящий дворецкий предвидит, где намечается беспорядок. Вы устраиваете беспорядок. Хватит пачкать. Стойте, вы делаете только хуже. Вечеринка вышла из-под контроля. Мои попытки содержать дом в чистоте провалились. Решение только одно. Очевидно, что проблема в вас и в ваших друзьях. Так-то лучше. Добро пожаловать на состязание едоков. Пора приналечь на мой урожай. Тебе так понравились мои овощи? Ну, какой здоровый мальчик! Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, вам понравился этот пикник. Да! Пикник! Пора вручать ежегодную пикниковую награду лучшему туристу. И она достается тому, кто поистине покорил сегодня мое сердце на этом пикнике. Он не просто отлично состязался, у него еще просто прекрасный аппетит. Итак, похлопаем плавничками в честь Гарри! Внимание всем! Обедать! Ура! Прекрасно, тут заперто. Расступись! Нас спасут живительные булочки! Кто голодный? Я думал, что я. Эй, что тут было? Патрик!
Что вы сделали с моим грузовиком? Теперь его целую вечность ремонтировать. Ах, вы маленькие! Прости, мы были голодные. Оливковые лоферы. Мои любимые. Я тоже голодный. Дорога-то дальняя. Что еще за... Что во имя Нептуна это такое? В этом захолустье есть ресторан? Этим мерзким детям все еще мало? Фу, взглянем, из-за чего весь сыр-бор. Это потрясающе! Такого же не бывает! Хорошая еда и счастливые дети? Лето не для этого создано! Я положу этому конец. Я добавлю в бочку меда ложку дегтя. Похлебка! Ай, куда деваются сухарики? Эй, с моей похлебкой что-то не так. Чего-чего? Надо добавить моллюсков. Огибаем мизинчик. Идеально. Придумал. Если я не могу испортить еду, я испорчу атмосферу. Ползите к этому жалкому ресторану и сделайте так, чтобы там все провоняло. Хорошие злобные скунсы-улитки. Не получилось. А вот и фирменный томатный коктейль «Антискунс». Мне нужно, чтобы дети забыли про эту новую закусочную, про ее гурманские изыски. Может, тебе взять пару кулинарных уроков? Точно! Я украду все их рецепты, и я даже уже знаю, как именно. Рада, что помогла. Теперь украдем все их рецептики. Надо еще немного розмарина. Спасибо, кума розмарина. Обращайся, милая. Спаси нас всех, Нептун родной. Да она ж не в себе. Эй, ребятки, что, лакомитесь едой, которая приготовлена не мной? Да. Хотите узнать, как она готовится? Да. Что ж, тогда посмотрите своими гляделками вот сюда.
она готовит вашу драгоценную еду ногами! Кукуруза сделана из мозолей, а лук из натоптышей!